Еловые ветки, мешки с сухой травой, старая мебель и строительные отходы – все это некоторые жители по привычке несут на площадки для сбора твердокоммунальных отходов. Между тем, за сброс такого мусора грозит штраф. Административная комиссия Ленинского городского округа уполномочена штрафовать физических лиц по статье 6.1 Кодекса Московской области об административных нарушениях. Значит, по этой статье мы можем оштрафовать за сброс в неотведенных местах от 1 до 5 тысяч рублей. Каждую неделю Госатомтехнадзор совместно с ГИБДД, администрацией Ленинского городского округа и представителем Каширского регионального оператора проводит спецоперацию «Засада» для предотвращения сброса строительного и крупногабаритного мусора на площадке для сбора твердых коммунальных отходов и в других неотведенных для этого местах. Рейды проводятся в разное время суток, рано утром, днем и ночью. Одни из самых проблемных точек города Видное – улица Черняховского и первый Калиновский проезд, что в Расторгуевской части. Сейчас уже зафиксировано более 16 сбросов крупногабаритного мусора, строительного, в неотведенном месте, на контейнерных площадках, прилегающих территориях. Основные нарушения на контейнерных площадках частного сектора. Сброс мусора происходит с автотранспорта, то есть жители фиксируют и присылают на портал «Добродел». Путем запроса в ГИБДД мы узнаем данные собственника и привлекаем к администрации. Административной ответственности. В этих двух мешках еловые ветки. Мужчина пояснил, что он не знал, что их нельзя выбрасывать в контейнеры для сбора ТКО, и в итоге погрузил их обратно в машину. Большинство жителей такие рейды оценивают положительно. Все везут сюда, и частники везут кирпич, это строительный, вот ломают дом, все везут сюда отходы, все правильно, это тоже надо запрещать. Впрочем, у жителей возникает и другой вопрос: куда девать свой собственный мусор, который не подпадает под категорию ТКО? Поставите для крупногабаритных уже большой кузов, чтобы он стоял уже, и бросали именно туда. Вы как жители обратитесь для того, чтобы вам поставили этот бункер? То есть предусмотрен он здесь, не предусмотрен? В любом случае организовывает это администрация Ленинского городского округа. По закону утилизировать крупногабаритный и строительный мусор граждане должны самостоятельно. Сейчас же мусорные завалы придется устранять как несанкционированную свалку за бюджетные деньги администрации Ленинского городского округа силами Дорсервиса. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.